Я думаю, привыкнем достаточно скоро. Платная парковка, к сожалению, это необходимая мера, которую пришлось ввести. Я понимаю, что сейчас этот механизм еще не отточен до конца, то есть не до конца сделана разметка, не до конца выставлены вот эти вот паркоматы. Но мне кажется, что это единственный возможный вариант не пускать большой поток приезжих машин в центр, поскольку в центре и так паркуется очень много машин жителей. Но, конечно, это все надо будет еще дорабатывать и смотреть. Это пилотный проект, и он только запустился.